Блин, ну не буду же я над букетом плакать, правильно? Он как с Пинтереста. Ой, ви знаєте, я не танцюю. Я просто з боку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю. Нема вже запалу, час і ночі. Есть хочется очень сильно, честно. Когда понимаю, что кушать еще очень долго до этого. Да, еще церемония. Да, это твой сырный твистер. Какой ты красивый. Я не пойду на танцпол. Навіть не про все, навіть не про все. Я не пойду на танцпол. Тут накрутило. Навіть не про все, навіть не про все. Я не пойду на танцпол. Навіть не про все, навіть не про все. Я не пойду на танцпол. Когда мне было 17 лет, я действительно впервые прочитала книгу «Унесённые ветром». Она впоследствии стала моей любимой книгой. И тогда я влюбилась в образ. Я влюбилась в образ главного героя Ретта Батлера. Он был такой мужественный, такой статный, такой сильный. И я тогда подумала, да, у меня будет такой будущий муж. А потом у меня появился ты. И ты собрал в себе все эти качества. Лесь, я тебя сейчас открою. Ура, я выхожу замуж.